Приветствуем вас на канале ENSC49. В эфире программа «Команда Фит» и я, ее ведущая Юлия Борзина. Сегодня гость нашего эфирного фитнес-зала – моя спортсменка Дарья Зоткина, которая вместе с нами выполнит комбинацию из базовых аэробных упражнений. Эта тренировка поможет нам разогнать кровь по организму, приведет к быстрому пробуждению и, конечно же, хорошему настроению. Ну что, вы готовы? Тогда делайте громче, и мы начинаем. Итак, начинаем с марша. С правой ноги. И правая, 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 правая. Сейчас мы с вами будем разучивать шаг, который называется степ-тач. Шагаем вправо, правой ногой и левой подставляем. Правая. Шаг приставной. Степ-тач. Колени мягкие, корпус немного вперед, ручки на себя. Носом вдох, ртом выдох. Спинка прямая, животики втянуты. Отлично. И снова марш с правой. Правая. Следующий шаг. V-step. V-step похож на букву V с английского алфавита. Готовы? С правой ноги через 4, 3, 2 и правая, левая. По сторонам и вместе. Раз, два, три, четыре. В стороны и вместе еще немного. И добавляем ручки. Правая, левая и к бедру. Правая, левая и последний. С правой марш. А теперь соединяем эти два шага. Получится у нас два степ-тача и один вистеп через марш. Поехали. И раз, два, три, четыре. Оп, оп, марш. А теперь по кругу несколько раз. Степ-тач. Раз, два, три, четыре. Вистеп. Еще и раз, два, три, четыре. Вистеп. Два раза осталось. Раз, два, три, четыре. В стороны, в стороны вместе. И последний. Степ-тач и вистеп. Марш. Следующий блок Б. Сейчас мы будем делать степ-тэп. Шаг и на месте просто переставляем ногу на носок. Называется степ-тэп. Еще. И следующий шаг у нас будет мамба. Марш. Мамба. Левая нога остается на месте, а правая по траектории вперед-назад двигается по прямой линии. Приготовили? С правой. И через 4, 3, 2, поехали. И раз, два, три, четыре. И руки добавляем. Правая. Вперед. Назад. Левая на месте. И оп. Можно добавлять бедра. И улыбку на выдохе. И последний. И марш. А теперь соединяем степ-тэп и мамба и по кругу. Готова, Даша? И три, два, один. Раз, два, три, четыре. Мамба. И раз, два, три, четыре. Мамба. Еще два раза. Раз, два, три, четыре. Последний. Оп, оп. И вперед. Хорошо. Третий круг. Степ-ни. Шагаем вправо, подводим локоть и колено и противоположные стороны. Готова, Даша? Три, два, один. И раз, два, вернули. И раз, два, вернули. Правый шаг и правый локоть, левое колено сводим. И в противоположную сторону, соответственно, меняем локоть и колено. Последний. Марш. А теперь соединяем целых три блока. А, Б и С. Даша, помнишь? Приготовились. Начинаем со степ-тача. Чуть-чуть осталось. И раз, два, три, четыре. Вистеп. Степ-тэп. И мамба. И два степни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Марш. Итак, еще один круг, конечно, должен у нас быть. Блок D. Но мы, к сожалению, его не успеем с вами выполнить сегодня. И обязательно на следующей программе мы продолжим разучивать эту связку. Отличного дня! Друзья, спасибо, что смотрите нас и занимаетесь каждое утро вместе с нами. А мы увидимся в следующем выпуске на канале ENSC49. Пока-пока!